Всем привет! Сегодня будем говорить про пилинги, а в частности про миндальный пилинг. Почему сделали ему отдельное видео, почему я вынесла его в отдельную графу от всех остальных пилингов? Да только потому, что это средство, признанное косметологами, любимое косметологами, как средство, которое быстро сможет снять верхний слой, как шелуху, все лишнее с кожи. Его назначают косметологи при состоянии постакне, когда есть небольшие рубчики. Его назначают при вялой, тоничной, при серой, уставшей коже. Специально я пригласила из своей базы моделей модель Анастасию, на которой доктор показывал, как работает этот пилинг. Наша пациентка Анастасия с комбинированной кожей. Неделю назад она пришла ко мне за предпилинговой подготовкой. Да? Мы выбрали ей определенные средства на протяжении 7 дней на ночь. Она использовала средства с гликолевой кислотой 8%. Вот, а днем у нее было солнцезащитное увлажняющее средство. Состояние кожи улучшилось намного. Посветлела, да, она посветлела. Пигментация стала менее заметная. Буквально раздробилась из крупнолокальной, она превратилась в мелкоочаговую. Миндальный пилинг для Анастасии идет с учетом того, что у нее комбинированная кожа и уже плюс чувствительная, с учетом того, что у нее есть признаки фотостарения, хроностарения, есть небольшая пигментация поверхностная, обезжиривание обязательно. Дело все в том, что пилинги – это субстанция кислотная. Она может идти на спиртовой основе, она может идти на гелевой основе, но тем не менее кислота должна в кожу проникнуть равномерно. Для этого мы должны устранить гидролипидный слой на время. Да? Для того, чтобы мягко, плавно и одинаково по максимуму на всей площади обрабатываемой поверхности кислота проникла равномерно. Для первых процедур пилинга, чтобы очистить ее, отшелушить небольшой слой и придать сияние, мы сделаем миндальный. Это поверхностный пилинг, тот, который обеспечивает нам открытие картинки. Следующий уже будет идти комбинированный, тот, который будет иметь несколько механизмов действия. Это будет и питание, и увлажнение. Какой это будет, мы обязательно посмотрим после процедуры. Первый, второй. Миндальный пилинг имеет крупную молекулу, он глубоко не проникает. А при нанесении кислоты у нас страдают крылья носа, губки, родинки. Поэтому, чтобы такие мягкие, деликатные ткани мы не повреждали, чтобы они не пересушивались, мы наносим специальное средство, которое называется липпротектор. Послеродовая пигментация, если еще она не устаревшая, если после лактации прошло 3-4 месяца и девочка вовремя обращается к врачу, такого рода пигментация миндальным пилингом очень хорошо устраняется. Скажите, Анастасия, как вам? Покалывает чуть-чуть щипит. Теперь используем с вами маску антистресс. Маска успокаивающая, она обеспечивает в первые 5 минут усиление микроциркуляции. Настя будет чувствовать прилив крови и легкое согревание. Что сейчас произошло, когда мы нанесли кислоту? Пошел прилив крови, образовались свободные радикалы, и коже надо их вывести. Грубо говоря, все то, что было в коже сейчас, простите за прямоту, мусор, он остался в коже. Поэтому эта маска позволяет и успокоить, и выводить токсины. Этот пилинг можно прекрасно сочетать с мезотерапией. Вообще все пилинги прекрасно можно сочетать с мезотерапией. И в данном случае доктор усилил эффект от пилинга. То есть, когда кожа очищена, ее можно прекрасно наполнять, насыщать, стимулировать. Ну, то, что в принципе и делает меза. Гиперемийка. Такое бывает
Достаточно часто это реакция на анестетик. Вот у нас тут есть еще пигментное пятнышко, поэтому я... А вот это, да? Да. И вы его обкалываете? Я в него, да, и вокруг него. Сейчас будем наносить завершающий крем, ну, не последний, но крем постпроцедурный. Он содержит ДМАЭ, это препарат, который обеспечивает тонус, то есть обеспечивает лифтинг. Да, мы травмировали кожу, поэтому я нанес постпроцедурный крем успокаивающий, и обязательно аппликационно мы наносим с вами крем солнцезащитный. Так, вот сразу после процедуры Настя еще собралась ехать на работу. Сегодня она отважная. Как по ощущениям? Ну, анестезия еще действует, так что не могу сказать точно, но в принципе... Работать могу.